Всем привет, с вами снова я, Настя. Сегодняшнее видео необычное. По заголовку, в принципе, вы уже так поняли. Это видео о моей беременности. Да, я беременна. Это для тех, кто как бы вживую со мной не виделся, либо давно меня не видел. А в основном те, с кем я чаще всего пересекаюсь в институте, на работе, с кем я пересекалась, они уже в курсе. Выкладываю это видео, вообще трясусь, потому что я суеверна и считаю, что до определенного срока посторонним людям, посторонним, это не семья. Лучше не знать о том, в каком положении, например, находится беременная дама, потому что все люди разные, кто-то может просто сглазить, как бы не желая ничего плохого, но всякое бывает. Начну, наверное, с того, что сейчас, на данный момент, у меня 20 недель и 6 дней. По какому, скажем так, календарю я считаю, это... Одну минутку. В телефоне все подсказки. Называется 9 месяцев. Приложение, в принципе, простое. Здесь отображается срок как раз. Там есть подсказки по поводу того, какие права имеет мамочка, как развивается плод, вообще, как меняется организм самой мамы. Вот здесь, в принципе, у меня начинается отчет от менструации. Последний. Так, начну по списку. Всех интересует. Ну, понятное дело, беременность желанная, незалетная. Многие скажут, что в 22, типа, это еще рано. На самом деле, мне скоро уже 23, я считаю, это в порядке вещей. Я заканчиваю институт, соответственно, это конец 5-го курса. И я думаю, что никак это не скажется плохо на мне, потому что я заканчиваю его, соответственно, у меня есть потом свободное время для малыша. Вот, я как бы сильно не отвлекаюсь. И учебу я не теряю. Соответственно, начнем с того, сколько мы планировали. Те, кто со мной общается, те, кто до этого видел мое видео из подписчиков, в курсе, что свадьба у меня была недавно, 3 февраля. На самом деле она планировалась на март-апрель изначально, но мы решили попробовать так. Так как многие не могут забеременеть с первой попытки, у многих уходят годы, кому-то везет, кому-то кто-то сразу может забеременеть. Мы решили попробовать забеременеть. Если получится, то, соответственно, там уже по срокам, как будет идти, допустим, как у меня, например, вышло. Либо, если не получится, то уже там апрель-март как раз как планировали. Изначально собирались мы играть свадьбу не здесь, не в Москве, вообще хотели улететь, но из-за беременности все пришлось поменять, соответственно, я никуда не полетела. Об этом уже позже. Итак, планировали мы, получилось, августа мы начали. Август, сентябрь были безуспешными. Мы не так часто как бы старались, грубо говоря. И у меня выходило так, то, что у меня была задержка несколько дней, допустим, в августе. Я делала тест, он отрицательный, и в этот же день начинались месячные. То же самое было у меня в сентябре. В сентябре у меня задержка была в 5 дней. Я уже думала, ну все, я уже радовалась. Причем симптомы беременности, ну, как многие пишут, находились моментально же. В итоге все это были ложные симптомы, ложные признаки. И в октябре у меня получилось как раз, по подсчетам, это примерно с 20-х чисел, 24-го, у нас получилось наконец забеременеть. В декабре 1-го числа у меня был первый день задержки. Соответственно, 2-го числа я уже сделала тест, решила не мучить себя, пока была на работе, купила тест, сделала, вижу одну полоску, думаю, ну все. Начинаю расстраиваться, думаю, ну ладно, подожду, там же можно на 10 минут. Сижу, жду, проходит минут еще две, смотрю, освещение тусклое само по себе. Вижу еле-еле слабо вторую полосочку, в итоге тест оказался положительным. Я сообщаю сразу же мужу об этом. Вот. Было очень смешно, когда мне пришлось сказать маме, потому что я спала, мне обычно по утрам часто будет. Часов 9, там собака гуляет, а тут тишина, мне никто не будет, а я тест оставила как бы на столе у себя. Думаю, ну, мама, наверное, заходила в комнату, увидела, думаю, ну спи, спи, потом получишь у меня хороших. Встала с утра, подошла к ней, соответственно, сказала, что у меня две полоски, что тест положительный. Мы сразу записались на УЗИ, потому что тест на ХЧГ я не видела смысла сдавать тогда. Мы пошли на УЗИ малого таза, это было мое первое УЗИ.
Как понимаете, так как это был всего лишь третий день задержки месячной, особо ничего такого увидеть нельзя было. Вот примерно моя так выглядела УЗИ малого таза. Делать оно ультравагинально. На данный момент у меня было так, признаки. Нельзя исключать наличие беременности малого срока. И она сказала делать УЗИ в динамике через 7-10 дней. Почему малого срока, почему динамики? Потому что яйцеклетка была увеличена. Это могли быть признаки, когда яйцеклетка увеличена, это признак либо того, что скоро месячные как раз, либо же беременность. Соответственно, беременность была более вероятна. Она сказала, что у меня по прогнозу примерно всего 2 недели. И нужно было посмотреть через 7-10 дней. Это для того, чтобы убедиться, что, скажем так, моя плодная, что эмбриончик, что он закрепился, вот, что у меня маточная беременность, а не маточная, вот, и получилось так, то, что проходит 7 дней, я повторно иду на УЗИ, вот, и делаю еще раз. О симптомах многие пишут на форумах очень часто, вот, у меня там задержка, симптомы, все такое. На самом деле у меня до задержки месячных был просто увеличенный аппетит, такое бывает и при ПМС, как бы, соответственно, это стандартно. Вот. Единственное, что я налегала на морепродукты, на кальмара, я съела целую пачку за 2 минуты сухих, ну, знаете, кольцами, которые поела что-то сладкого, потом съела крабовое мясо. Для меня вот это было очень странно. И то, что аппетит увеличился, я ела 2-3 раза на работе. Вот, ну, из-за работы там 2 раза утром, в обед и вот вечером. А тут я начала есть по 5-6 раз на дню, мне все мало-мало, есть хочется. Вот, это были единственные признаки. Низ у меня так сильно не тянуло, грудь у меня побаливала, то же самое, что при месячных, как бы ничего такого. Отдельного как бы нельзя было установить. После этого как раз второе УЗИ. Второе мое УЗИ было попроще. Единственное, что я вам советую, если вы ходите на платный УЗИ малого таза, то лучше ходить не на полный желудок, как это сделала я. Я покушала перед тем, как пойти. Вот, соответственно, такая, знаете, вот эта вот пелена, дымка, короче, такой серый прям фон. Это из-за того, что желудок был полный, и плохо было видно. Здесь малыш, это, значит, здесь отсвечивает все время. Так, вот здесь маленькая точечка. Это малыш. На тот момент как раз он был совсем-совсем маленький. Ой, вообще. Плодное яйцо было 7,5 мм, эмбриончик примерно желтый мешочек, ну, где эмбрион будет находиться, как бы. Он всего был 2,5 мм, это очень маленький. Вот. Мы ходили как раз, по-моему, с мужем. Вот. Сердцебиение, соответственно, еще нет у малыша. И на тот момент мне поставили срок беременности 4 недели. Вот. И написано консультация акушер-гинеколог, контроль УЗИ и осмотр как раз на вот сердцебиение, контроль. А также мне сразу же прописала УЗИст, сказала пить дюфастон. Его пьют многие, либо утраджистан. Дюфастон для меня проще, это все же таблеточки взял, выпил и все. Тогда она мне сказала пить по 1 таблетке в день. Потом после консультации с гинекологом уже она должна, гинеколог, нормировать дозировку, увеличивать, либо оставлять такой же. И она мне прописала витамин Е. Единственное, что меня тошнило. Токсикоз. Токсикоз начался у меня с 5-й недели, это было ужасно. Началось все с того, что меня тогда это укачивало в транспорте. Тут стало еще хуже. В метро ездить невыносимо жарко. Какой-то посторонний запах перегара. Это вообще фу. Уберите от меня этого человека, обливаться 10 раз. После этого я не могла есть рис. Не могла кушать суши. Макароны. Но если лук попадался, чеснок. Единственное, что я могла более-менее, мясо вообще, ни курицу, ни говядину, ни свинину. Свинину, кстати, беременные вообще говорят, ну, типа, исключить из рациона. Я кушала ее потом, позже, потому что это было единственное мясо, которое у меня усваивалось, которое шло. Но ела я его где-то, наверное, недельки 2. Больше у меня не пошло почему-то, ну, перекушала, видимо.
При этом ела я из продуктов, я могла есть гречку с молоком, только с молоком, и могла кушать картошку. Пюре, жареную, какую хочешь. Картошка — это до сих пор мое любимое блюдо, я знаю, что оно калорийное, особенно жареная картошка, но это единственное, что я могла кушать. И тянула на соленое. Я ела капусту квашеную, я кушала скумбрию, я ела кильку, селедку. Это было вот одно из любимых. Хотя в начале диеты, на 4-й неделе, я очень любила сладкое. Я кушала шоколадки, мармеладки. Для меня это были пироженки всякие. И могла, кстати, кушать вот где-то до 11 недели. Я спокойно кушала мучное. Булочки Свердловскую особенно обожала. Вот круассанчики там с шоколадом. Это можно. Сладкое с момента 5 недели по, наверное, 13-14 максимум я могла есть Рафаэлло и одну полосочку шоколадки. Больше вообще никак. Не могу. И так как меня тошнило, тошнило меня от 5 до 7 раз в день, ты утром встаешь, бежишь сначала в ванну, потом завтракаешь, как повезет, тут усвоится нет, либо опять бежишь. Короче, это было ужасно. Я на момент, когда я вставала на учет, это было 5-я неделя, мне сказали, что сердцебиение еще рано делать, вот, прийти на 6-й недельке. На 6-й неделе я пришла к гинекологу, женскую консультацию. Соответственно, мне сделали, ну, как, карту по беременности, ну, должны были завести. Но она сказала, что сначала сделаем УЗИ, и после УЗИ уже посмотрим. Ну, в смысле, хотя не знаю, я принесла результат УЗИ, что я мешала. Вдруг это не я, вдруг это чужие анализы. Короче, она меня отправила на УЗИ повторное. Как раз контроль сердцебиения, и после этого мне завели как раз карту. И меня взвесили. Вес мой на тот момент составлял 68 килограмм. Да, кушаю я много. Вот. Единственное, что, когда я пришла на УЗИ, во-первых, со мной никого не пустили в кабинет. У нас была какая-то странная УЗИстка, она была против. Сказала, типа, совершенно нет ничего страшного. Проводила на УЗИ. Я просто лежала, наверное, минут 7 молча, ко мне ни разу не повернули экран, мне не дали послушать сердцебиение. Когда она говорит, все, вставай, я одеваюсь, она говорит, ну у вас один живой эмбрион, соответствует сроку 7-8 недель, и все, на этом все закончилось. С этим результатом я пошла к своему гинекологу, мне завели карту по беременности, также был осмотр по поводу еды. Мне сказали есть не больше 200, я должна по килограмму набирать не больше 250 грамм в неделю. При этом к моим витаминам, ну, к тому, что я пила, вот, она мне сказала, что дифастом мне пить не надо, у меня все нормально с эмбрионом, поэтому прекратить его пить. Так как я пила по одной таблетке, соответственно, бросать его пить это получилось, ну, как бы, чуть ли не сразу. Хотя нельзя, нельзя бросать. Вообще, это была самая большая ошибка. Если вы пьете дифастон, нельзя резко бросать его, прекращать пить, потому что идет рецидив. Вот, у кого-то там отслойки начинаются. Ну, это ужасно. Вот, она сказала перестать пить дифастон, продолжать пить витаминку Е. Не кушать жирного, соленого, сладкого, только вареное, пареное, вот, ничего мучного. Так как меня тошнило, и если я что-то могла есть, то я это ела, и мне было все равно, потому что неважно, что там говорят, если ты хочешь есть, ешь. Единственное, да, иногда там с чипсами поаккуратнее, с сухарями, всякими колами, это даже желательно исключить. Хотя иногда я балую себя сухариками с хреном, но это мне очень нравится, вот. И иногда я очень сильно хочу чипсы с солью именно, я их кушаю. Не в больших количествах, конечно, не часто, один раз в неделю там, или один раз в две недели я могу купить себе пакетик и скушать. Дальше, УЗИ. После того ужасного УЗИ, соответственно, я пошла через... Все скажут, что ж так часто? Нет. После этого я уже на 9-й неделе пошла на УЗИ повторно проверить сердцебиение, потому что, ну, когда к тебе не показывают ребенка, это вообще ужасно. Чувствуешь себя как-то ущербно. В итоге, сейчас вам покажу. Вот здесь это малыш, такое пятнышко. Да, не разглядеть, не понять ничего. Вот здесь он тоже у меня такой, как бы в профиль.
здесь у него голова, там у него туловище, и здесь его сердцебиение. Сердцебиение ребенка было на тот момент 171 удар в минуту, пока не маленький, у него сердцебиение чаще. Вот, так, он составлял 25 миллиметров и 2. Соответственно, он совсем маленький, срок у меня тогда был уже при маточной беременности 9 недель, 1 день по данным эмбриометрии, именно по тому, как развивается малыш. А по акушерским там получалось 9-10 неделя. И УЗИ контрольная матки плода 11-13 недель. Ну, это скрининг. Одним словом, до 9 недели у меня было все хорошо. Ну, не считая жуткого токсикоза, причем мне гинеколог сказал, будет есть какие-то кровотечения, сразу вызывать скорую. Вот, у меня была сессия, у меня был, скажем, стресс, это экзамены, у меня работа, больничный, короче, моталась туда-сюда. У меня был всего один день, когда я могла поспать, а вы представляете, да, это у многих беременных в начале недомогание, хочется все время спать, я много спала, я каждый день спала дополнительно, потом когда приползала по 2-3 часа, ближе к вечеру, ну либо в обед, в зависимости от того, как распорядок дня был. В итоге у меня было просто жуткое недомогание еще из-за того, что есть не можешь. И мне назначают скрининг 11 неделя, как раз, по-моему, да, 11 недель у меня было, мне назначили первый скрининг. Я ездила в клинику, здесь, естественно, нет у меня никаких картинок. Малыша мне показали, там ручки, ножки, он шевелится, единственное, он спал. Вот, и для того, чтобы его было измерить от макушки до пяточек, нужно было его растормошить. Меня заставляли кашлять, вертеться там с одного бока на другой. Вот, в итоге мой вес тогда был 68,5 уже. Вот, с учетом того, что у меня рост 1,68 м, да? Как-то я многовато. Так, одну секунду, я вам сейчас все скажу. Ох, как сложно. Плод, что-то я тут потерялась, находки. Сердцебиение, тогда у него была частота 167 ударов, это из-за того, что он был сонный, он спал. Вот, и так он сам по себе уже такой был, крепенький у меня. Скрининг показывал, результат у меня все на руках. Короче, по итогам скрининга, там есть 3 болезни, синдром Дауна и еще там 2. У меня риск минимальный, соответственно, я имею в виду тому, что малыш здоровый, он... Это вообще просто минимум процента, да даже здесь вероятности это особо нету, что малыш будет с одной из этих болезней. Вот, я сдавала тогда кровь, я просидела, по-моему, почти 2 часа в очереди, короче, это было ужасно. Я убитая, вылетела голодная, потому что, знаете, когда кровь нужна натощак, я, короче, выхожу оттуда, просто первым делом магазин есть. Приехала домой, поспала 2 часа, встала, попила чай, села пить чай, посмотреть фильм думала, и тут резко приспичило в туалет. Знаете, это было похоже, как будто у тебя пузырь сейчас какой-то лопнет внутри. И так раз, хоп, и такое чувство, вот как примечено, когда месячные начинается. Я бегу в туалет, у меня кровотечение алое. Это не темные сгустки, нет, это алое кровотечение, то бишь оно открылось, это отслойка. Я вызываю скорую, 40 минут мы ждали скорую. Ко мне приехали, она спросила, что стою на учете, либо нет. Я сказала, что да, уже на учете стою. Меня отправляют, она предлагает, вы можете, больше мне раз покажите выделение. После этого меня отправляют, соответственно, дают выбор, остаться дома, либо поехать в больницу, соответственно, стационар. Надо делать УЗИ, смотреть, что с ребенком, угроза выкидыша. Соответственно, меня везут на скорой, я уже на нервах. Коля со мной поехал, я просидела еще час в ожидании своей очереди в кабинет гинекологу, он просто спросил меня, какие лекарства я пила, что я до этого делала, как всегда, стандартный вопрос, когда последний раз были месячные. В итоге меня направляют на сдачу крови и отправили меня на УЗИ. На УЗИ меня посмотрели, сказали, что у меня отслойка сначала вроде бы 13 миллиметров или 14, потом они увидели 20 с чем-то, в итоге 32 или 33, надо 3 они увидели. Вот, сердцебиение у плода было, поэтому все нормально. Меня оставили на сохранение.
В итоге я приехала, так как меня пока заселили в палату, было уже 10 часов, и я лежала на каталке, потому что в одной палате должно быть по 2 человека, а так как места было мало, я была третьей в палате. Вот. На следующий день меня уже переложили на край, потому что женщина выписалась. Соответственно, пока я вот приехала с момента, мне никакие кровоостанавливающие ничего не дали, дежурного врача уже не было к тому моменту, точнее, где-то был, но не у нас. Вот. Я проспала всю ночь так, знаете, с мольбой, пожалуйста, пускай только все будет хорошо, меня ставили на будь что будет. Где-то к обеду только пришел, с утра мне взяли опять анализ крови, и, по-моему, анализ мочи. После этого меня, сколько вот, где-то до обеда врач не навещал, ближе к обеду уже появился врач, мы через знакомых просто гинеколога нашли, узнали, что мне надо, как мне надо. В итоге мне, я просто спрашиваю врача, говорю, у меня вообще будет кровоостанавливающие капать там, от токсикоза капельницу ставить, ну вообще что-нибудь будете давать-то? Вот, в итоге они мне ставят три капельницы мне поставили в тот момент, одну кровоостанавливающую и две там с этими витаминами. Вот, и после этого мне прописали дюфастон, сказали, что мне нужно пить по 2 таблетки в день. Также мне давали курантил, курантил выглядел, ну такой пузыречек с маленькими таблеточками. Вот, по 3 таблетки в день. Было весело, еда вообще была ужасная, честно скажу. Мое представление о беременности было подорвано. Я больше никогда, вот вообще просто я молюсь, больше никогда там не оказаться. И вообще всем беременным, которые ходят, я надеюсь, что все будет хорошо, что вы не познаете того кошмара, который видела я там. Потому что когда ты сидишь на УЗИ, у тебя остается вот, ну, ты ждешь, как бы у тебя 5-й день, тебе 2 дня, ну, там, какое-то время дают таблетки, потом просто приносят таблеточки, больше тебе капельницы никакие не ставят, ты пьешь только таблетки, и тебе 2 дня вот проверяют, как ты сможешь без таблеток, будет у тебя опять повторное кровотечение. Когда тебе назначают УЗИ, контрольный, перед тем, как тебя выписывать, мне назначили контроль УЗИ эмбриона и кишечника, внутренних органов, грубо говоря. Могу сказать так, у вас сидит 5 человек, ну или 4 человека в очереди, голодных, потому что кишечник почему-то всем назначили, всем сказали проверить. Вот, в итоге вы сидите там все голодные по очереди, УЗИстка у нас была какая-то немного медленная, лежала я в Боткинской, кстати. Потом, наверное, мне комментарии грозные оттуда пойдут. В итоге, вот вы сидите, двое девочек мне рассказывают о том, что одна попала сюда уже как бы с выкидышем. Гинеколог там, ну, как бы по УЗИ, она правильно уже все на чистку. Вторая приехала для сохранения, а в итоге она пролежала сколько, 3-4 дня, и ей делают чистку, потому что сердцебиения нету. А повторно сделать еще раз, попробовать сердцебиение на другом аппарате, другой врач, когда она просит, просто умоляет, пожалуйста, проверьте, вдруг там что. Нет, зачем? И вот ты сидишь, слушаешь эти истории, уже такая на нервах, заходит перед тобой женщина, выходит, никакая, потому что у нее нет сердцебиения полного. Это тоже чистка. Я такая, ну пипец. Вот, зашла другая беременная, у нее уже побольше срок, у меня на тот момент уже было 12 недель, а у той девочки, ну, примерно вот 14-15. У нее было сердцебиение, все нормально. Потом заходит опять передо мной женщина, я захожу после нее, заходит там медсестра, говорит, ну что, на чистку-то? Да, представляете, как бы, ну, после тебя выходит человек, а у него нет сердца, ну, как бы, все, вся надежда потеряна. Вот, и я ложусь такая. Мне, короче, делают сердцебиение, все нормально, плод нормальный. После этого там гоняли, короче, с результатами УЗИ, чтобы желудок сделать. Короче, проверили желудок, желудок тоже в норме, печень, почки, все у меня хорошо, хотя у меня проблемы с почками были с детства. Ой, веселуха. В итоге меня продержали там еще дополнительный день. На 6-й день я выписалась сама, по собственному оттуда ушла, потому что сил больше не было. И вот, как бы, у меня был постельный режим. Я не работала, я не ездила никуда, ни в институт, ничего. Вот, пролежала, и как бы на этом мой первый триместр. И вот примерно на таком, скажем так, скачке, после того, как я пережила первый триместр, грубо говоря, у меня 13-я неделя, я уже дома. Вот, и у меня потом позже уже подготовка к свадьбе. Представляете, да? Весело было. Короче, выписка какая-то корявая, с ошибками.
Вот, и я надеюсь, что больше я этого кошмара не увижу. Пью я до сих пор после этого дюфастон. Также я пью магний B6. Ну, в принципе, вот здесь. Пью его, у меня вообще прописано по одной таблетке 3 раза в день, но... да, здесь по одной таблетке 3 раза в день. Ну, так как у меня магний чуть в последнее время меня подташнивало, как бы у меня не усваивался в таком большом количестве, я снизила до 2 таблеток утром и вечером. Курантил я так продолжаю пить. На всякий случай, потому что когда сильно кашляю, простуда, он как бы как кровоостанавливающий, на всякий случай, как подстраховка от того, чтобы у меня не было опять каких-то там отслоек. Вот. Курантил у меня сейчас такой более большой пузыречек, там более крупные таблеточки. Мне случайно по ошибке поликлиники где там в аптеке не те дали. Обычно вот такие маленькие, таких я пила по 3. Получалось день. А эту я пью всего 1. И то я карантил снизила потом до 2 таблеток. Вот этих маленьких. И сейчас просто пью по 1 таблеточке, и все нормально. Вот. Пожалуй, на этом мой первый триместр подошел к своему концу. УЗИ делали, как бы я вам показала, живот. Живот, кстати, у меня был сразу заметен. Ну, как начал расти, у меня постепенно стало виднеться. Вот, поэтому все с того, что мне до этого был животик свой, как бы. И чем худее девушка, тем как бы менее заметно. А чем крупнее вы, тем быстрее у вас будет расти живот. Это... Хотя у кого-то кто-то не замечает. Я, допустим, сразу стала замечать, как мне стало расти живот. На этом, пожалуй, пока закончу с первым триместром. Итак, это видео очень большое получилось. С вторым триместром будет проще. Вот, так что, если вы посмотрели это видео, вам интересно, как у меня дальнейшее вот развитие, переходите на следующее видео, оно прям сразу же выходит. Вот, всех люблю, всех целую, надеюсь, вы меня поддержите, не будет этих комментариев, типа, а вот по залету вышло, потому что это не так. Вот, потому что мы уже жили, сколько, честно, почти 7 лет, как мы вместе живем. Вот, поэтому это все подошло само уже потихоньку. Вот, так что надеюсь, что скоро все будет еще лучше. Вот, я уже жду, когда наступит лето, уже хочется подержать малыша на ручках. Ну, об этом в следующем видео. Всех люблю, всех целую. Всех пока.